Thank you.
Oh,
Thank you.
Близок день. Лампада догорает. Мой покой, песовское мечтанье, трибунал.
Мне снилась лестница крутая, вела меня на башню. С высоты не виделась Москва. Что муравейник, народ внизу, на площади кипел, и на меня указывал со светом. И стыдно мне, и страшно становилось, и падая стремглав, я пробуждался. Молодая кровь играет, смиряя себя молитвой и постом, и сны твои
возлюбил смирение царя, и Русь при нем по славе безмятежной утешилась. А в час его кончины свершилось неслыханное чудо. Палаты исполнились благоухания, и лик его, как солнце, просиял. Уж не видать такого нам царя. Прогневали мы Бога, согрешили владыкою себе, залюбился до реки. Давно, честной отец, хотелось не тебя спросить о смерти Дмитрия Царевича. Ты, говорят, в то время был в Угличе. Ох, помню, привел меня Господь увидеть злое дело. А Вавль-грех, тогда я в Углич на некое был услан послушать. Пришел я в ночь, на утро, в час обедни, вдруг слышу звон, ударили в набат, крик, шум, бегут во двор царицы, я туда же ляжу. Царевич, царица-мать, в беспамятстве над ним. Кормилица несчастная в отчаянии рыдает. А там, на площади народ остервенец, получит безбожную предательницу Марку. Он был бы твой ровесник.
преступлением вопиющим заключу я летопись свою. Аплитой, ты грамотой свой разум просветил, тебе мой труд передаю. Описывай не мудрствуя лукаво все, чему свидетель жизни будешь. Войну или мир, управу государей, пророчества и знамения небесны. Как не быть, отцы мои? Сейчас
ты призадумался, товарищ? Вот и граница литовская, до которой тебе так хотелось добраться. Вот мы, отец Мисаил, Господу грешный, как утекли из монастыря, так его себе не дуем, Литва ли, Русь ли, что гудок, что гусли, все нам равно. Было, было! А вот и оно! Спасибо, хозяюшка, Бог тебя благословит! Погоняет ее.
ведет эта дорога? Торчит, как крошок. А далече горит место, грём всё. Недалече, к вечеру можно поспеть, кабы не заставы. Как? Заставы? Кто-то бежал из Москвы, а велено всех задерживать. Вот тебе, бабушка, Юрьев день. Так пристально
пристально смотришь. А вот что. Алёха, при тебе указ. Топай сюда. Видишь, из Москвы бежал некий еретик Христотрепьев. Знаешь ли ты это? Не знаю. Ну, и царь велел его еретика изловить и повесить. Слыхал ли ты это? Не слыхал. Читать умеешь? Нет, свинья, не умудрил Господь. Так-то вот тебе указ. На что мне этот еретик, разбойник, вор, риска ты? Она, что ты, Господь, с тобой? Господи, старцы на покое не оставят. Эй, старцы, грамотный! Читай. Чудова монастыря недостойный черниц Григорий из рода Трепневых научен дьяволом, вздумал смущать святую братью всякими соблазнами законами. Обежал он Гришка границы литовской, царь приказал изловить его. И повесить. Здесь не сказано повесить. Рёс, не всяко слово в строку пишется. Читай, изловить и повесить. И повесить. А лет ему, Гришке, отроду, 50, борода седая, брюхо, толстый нос, красный. Держи его, держи, ребята! Что вы, острелы окаянные, чего пристали? Ну, какой я Гришка? Мне, брат, мало шутки шутить. Хоть по складам умею, хоть плохо разбираю. Разберу, коль дело туда петли доходит. Oh!
нам свет сошелся. Найдем мы жениха и пригожего, и приветливого. Забудешь про Ивана Королевича. Не будь, и скоро мы
Престою ж год я царствую спокойно, но счастья нет моей измученной душе. Напрасно мне кудесники суют, что рады видеть князя, и что он скажи без гнева.
конец из Кракова приехал и приехал... Конца схватить! Противен мне род пустильных мятежей. А Шуйского не должно доверять уклончивый, но смелый. Князь, спаси! Мой долг велит тебе поведать весть вашую. И то, что Пушкину привез сейчас Литвы таинственный гонец. Я думал, не ведаешь ты этой тайны. Нет нужды, князь, раз Но при царевиче неловко. Старшуйский царевич может знать, что ведает князь Шуйский. Говори. Царь в Литве явился самозванец. Самозванец. Король Полипаса за него. Но чем опасен он? Конечно, царь сильна твоя держава. И милости вродением и щедротой усыновил сердца своих родов. Но знаешь сам, бессмысленная чернь изменчива, мятежна, суеверна, легко пустой надежде предана, малейшему внушению послушна, к истине сухо и равнодушна, все баснями питается она. Ей нравится бесстыдная отвага. Так если сей неведомый бродяга литовскую границу перейдет, к нему толпу безумцев привлечет. Димитрия, воскресшая имя! Димитрия, царевич мой! Государь, слушай, Шуйский, как отрок
всего. Как отрок сей не шлился как-то жизни, ты послан был на следствие. Теперь тебя крестом и Богом заклинаю по совести. Just a
глазах дитя кровавленное. Вон там, что это? Там, в углу, повысится костер, близится, прожить и стоит. Чур, чур, и я твой, и коней. Чур, чур, дитя, и я. Народ, воля народа, чур, дитя!
Богородица, не вели,
запоздал маленько, не вовремя пожаловать из поле. Дела, заботы тяжкие, легко не право. Безупречной, великую он там.
И в дальний путь поплелся.
царевича скорей. Ох, тяжко мне с ним. Yeah.
Царь ваш, царь, простите.